Историко-краеведческий музей Худжанда, посвященный археологии и фортификации сердца города. Его открыли 29 ноября 1986 года. Здание музея находится в помещении восточной части старой Худжанской крепости, которая была восстановлена в 1999 году. Внешне музей имитирует облик средневекового сооружения с толстыми стенами из сырцового кирпича и высокими башнями. А внутри, в помещении площадью 150 квадратных метров, размещены залы средневековой истории города, архитектурных особенностей сооружений в нем, истории изучения Худжанда и его исследователей. Интересно здесь также посмотреть на множество карт и планов Худжанда различных эпох. Всего в музее более 1200 экспонатов.